Обрати хрещених батьків для своєї дитини – це дуже складно. Ось коли я обирала, кого взяти зі своїх друзів, я склала список кандидатів, навпроти кожного поставила плюси-мінуси, подивилася і зрозуміла, що потрібно терміново шукати нових друзів. Отже, день хрестин. Где же наш крестный? Ой, они же обычно после крестин пропадают, а у нас до. Алиночка, не переживай, он уже в церкви, все хорошо, я все контролирую, все хорошо. Ой, фух, отлегло. Ой, спасибо тебе, что ты согласилась стать крестным малыша, спасибо тебе большое. Какого черта? О, Господи. Алина, я спрашиваю, какого черта? Вы не сказали мне, в какой именно церкви мы крестим малого? Я пока вот это все оббегала, замахалась. Ох, так мать, ёмана! Вот это вообще первый раз вижу. Давно она тут? Это лавра, она тут с 11 века. Серьезно? Лавра, слушай, тут на входе такой прикол. Бабушка стоит, деньги раздает. В смысле? Ну реально, что в смысле? Стоит со стаканом, бери сколько хочешь. Я и вам взяла, о! О! Тетя, слышишь это? Отдай платок, а то я свой забыла там, ну, ситуация. Саша, это крестная. Твоя? Нет, ребенка. В смысле? Алина, а что это значит вообще? Это кто такая? Я не могу понять, Алина. Ну, понимаешь, что так как бы... Я поняла! Это ты думала, что я опоздаю, как обычно? Решила подстраховаться, все, панику отменили, я на месте. Бабуля, вы куда шли? На кладбище с катертью, дорога. Нет, Саш, это правда крестная. А я? Я вообще-то готовилась. Я свечи покупала, как бы. Там в Икее сейчас такая акция. Думала, как люди поставим за здравствуйте. Извините, пожалуйста, но правильно говорить за здравие. За здравие желаю! Ты что, из армии, Алин, ты кого привела? Давайте, наверное, сначала начнем. Меня зовут Анастасия. Ага. В крещении Августа. Ну, я, получается, февралья. Очень приятно. Не сказала бы. Алина, это что, пранк какой-то? Саш, понимаешь, ну, Августа, она как святая. От нее даже как будто ладаном пахнет. Это все мои ладанки. А вот ты как-то с церковью даже не соприкасалась. В смысле я не соприкасалась? А кого летом батюшка на рейндж-ровере сбил? Типа это сильно соприкасалось или что? Ну извините, я закончила воскресную школу. Школу? Алин, ты реально собираешься доверить ребенка человеку, который в школу ходил один раз в неделю? И то воскресенье? Ну? Подумай головой, кто ее там учил? Охранник! Платок давай, иди, господи. Иди, говорю. Ну, Саш, ну как-то в таком виде, в церковь, ну, нельзя. Да, извините, у вас и юбка выше колена. О, господи, это разве проблема? Подержи, пожалуйста. Это ж буквально секунда дела, я же девочки. О! Все, я готова, можем идти. Только не быстро. Саша, иди сюда. Ага. Саша, понимаешь, это церковь. Ага. Там надо знать молитвы. Я знаю молитвы. Все молитвы знаю. Вот это вот. Бог дал, Бог взял. Моя любимая Бог не Тимошка, видит немножко. Кто их не знает? Ты, это не молитвы. Извините, пожалуйста. Вот вы хотите быть крестной, да? А вы знаете, что такое крыжма? Конечно, я знаю, что такое крыжма.
Так в селе гололед называют. Нет. Крышба — это пеленка, которой достают ребенка из купели. Да, конечно. На ходу мы сейчас выдумаем, да? А что такое анаволи, вы знаете? Знаю. Анатолий на древнегреческом. Нет. Анаволи — это рубашка для крещения. Вот это кто-то может доказать вообще? Ты сама откуда знаешь? А я четверых деток крестила. Приехали. Приехали, Алин. Ты для нее просто очередная. А для меня будешь единственная. Тем более, что кроме тебя меня никто крестный не позовет. Сашенька, нет. Ну, в смысле нет? Ну, как минимум, это просто нечестно. Ты у меня понятой была? Саша, это не одно и то же. Ты что, не понимаешь? Там, ну, надо знать, как креститься. Я знаю, я обожаю креститься. Ну, покажи. А так нельзя показывать на себе, это ж плохая примета. А что вы вообще на меня накинулись кто-то с допросами? Давайте матушку нашу тоже поспрашиваем. Давай, так, отвечай. Что за кума, чтоб от кумом не была? Ты была? Не была. 1-0! Что? Ты в этом плане, да? Не, это до тебя было. А как там Ромчик, кстати? Так, Саша, ты не понимаешь, что ли? Ну, крестная, это не на один день. Надо всю жизнь быть рядом с ребенком. А ничего, что я рядом вообще, можно сказать, с самого начала. Да я даже при зачатии в соседней комнате была. Ты что, забыла? Я в гости. Ага. Не, ну слушайте, ладно. Все, что там мы все разнервничались. Я знаю, как решить все честно. Кому малой побежит, та и крестная. Саш, маленький, он не умеет даже ходить. О, не умеет, да? Точно прям? Ну да. Ну хорошо, я малого поставлю. В чью сторону он упадет, та и крестная, да? Ты что, вообще с ума сошла? Извините, пожалуйста, вы как-то так говорите, малой. Вы что, не знаете, как зовут младенца? Младенца, я знаю, как зовут младенца. Алин, что она? Ну давай, скажи. Боже, мне сейчас вот прям обидно, что ты думаешь, что я не помню имя карапуза. Да я этому писюку сама имя выбирала. Этому бабуленочку маленькому. А любеночку нашему. Не помнишь, да? Нет. Я просто думала, пока время потяну, как-то вы, ну, поболтаетесь. Феврале, я извиняюсь. Мне очень, мне неловко спрашивать, такой вопрос задавать. А вот вы, извините, вы хотите вот быть вот так вот крестой, а вы сами, когда последний раз вы в церкви были сами, да? Ой, я просто забэмбала. Ты сама когда в церкви была последний раз? Вчера. Приехали. Она только что при свидетелях сказала, что вчера была в церкви последний раз. Получается, если сегодня... Она снова сюда придет, то она кто? Балаболка, это смертный грех. Так, все, Саша, Августа будет крестная и точка. Я думала, мы лучшие подруги. Ну ладно, видно, больше нет, да. Что это? Твой молочный зуб. Алин, ты забыла наши зубы дружбы? Когда во втором классе они у нас выпали одновременно, мы поменялись и поклялись. Да я помню, Саш, ты что, до сих пор его носишь? Ну да, мы же поклялись. Ладно, пойду я. Только знаешь что? Мой отдай. Твой? Будешь моей крестной ребенка? Да. Блять, вы что тут совсем уже охуели? Нет? Август, я просто хотела, чтобы вы обе были крестные. Господь Бог в помощь, конечно. Все, пойдем. Жартує жінка, плаче чоловік. Цей жіночий квартал.